В Омске водитель в собственной машине поймал вора с код-грабером. Это специальное устройство, которое перехватывает сигнал автосигнализации и используется для вскрытия автомобилей. Задержал вора владелец иномарки прямо в салоне, пока тот пытался похитить видеорегистратор, панель от магнитолы, тахометр и другие ценные вещи. Преступник оказался рецидивистом, а позже полицейским он признался в других кражах, выносил электронные гаджеты, детские кресла, сумки с документами, продукты и даже постельное белье. Краденое сдавал в ломбард. Часть имущества уже вернули владельцам. А автовору грозит 2 года тюрьмы.